Третий «Одиссей Макс» уже на рельсах. Трехсекционный трамвай курсирует до Суворовского района по маршруту номер 7. Это самый длинный трамвай в Украине. На него из бюджетных средств было выделено 21 миллион гривен. В эту сумму входит покупка кузова стоимостью 18 миллионов гривен. Начинка и работы оцениваются в 3 миллиона. Собрали «Одиссей Макс» в мастерских коммунального предприятия «Одесгорэлектротранс». Также до конца года планируют выпустить еще 2 таких трамвая. Если говорить по технологиям, это на сегодняшний день самый большой трамвай в Украине. Строили мы его с Нового года. Задача была выпустить его в конце марта. То есть сейчас начало апреля. Мы, по сути, выполнили свои обязательства. Сейчас вы видите здесь машины односекционные. То есть план у нас выпускать по одному трамваю в месяц, для того, чтобы как-то улучшить ситуацию с нашим общественным транспортом. Вместимость этого трамвая 300 человек, общая вместимость 62 посадочных места. На период первой волны карантина трехсекционный вернулся в депо, хотя в условиях ограниченных перевозок смог бы разгрузить одесские улицы. Январская непогода также не пощадила один из Максов. Обшивка транспорта не выдержала объем выпавших осадков. Мастерских трамвай вылечили и вернули к сухой комфортной жизни.